Ну а теперь, дорогие друзья, мы отправляемся в самую сложную главу, называется «На два брата». Будет очень долгая миссия, надеемся, что мы пройдем ее побыстрее, но не обещаем, ребята. Придется теперь играть на два фронта, у нас есть два брата, это, да, соответственно, Иллиден и Тирент, еще и, кстати, там третий человечек у нас есть, Фарион. Так вот, два брата это Фарион, Иллиден и еще есть Тирент. И нам нужно будет играть на два фронта и противостоять шести или семи лагерям нежити, если я правильно помню. И это будет очень сложно, потому что будет постоянный прессинг, постоянное рубилово. Надеемся, что мы пройдем эту миссию по-быстренькому, но, ребята, я вам не обещаю. Ну, посмотрим. Итак, сразу надо быстро врубаться. Мы сейчас работаем на два фронта. Да что такое-то, а? Работаем сейчас с вами на два фронта. Так, у нас все есть, то, что мне надо. Я в курсе про это. Так, это что? Алтарь глубин, храм пучины. Невестилище. По-моему, у нас есть все. Да. Недостаточно золота. Готово. Да ну, недостаточно золота, не поверю. Готово. 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 Вот они нападают на Тиренда. Ну, Тиренда, в принципе, забрать невозможно, насколько я помню. Он бессмертный практически. А вот здесь вот придется уже поднапрячься. Так, ладно, здесь надо тоже светлаковок делать. Строить оборону. Готово. Вот они наши друзья. Что у нас есть? Я не глухой. 3, 6, да? Ага. То есть по два можно сделать, да? Недостаточно золота. Да ладно. Недостаточно золота. Блин, вроде таскают, а что-то нету все золота-то. Слушай песню морских волн. Да, слушаем, слушаем. Так, максимально сотка, да? По полтиннику с каждого. Это что такое? Слушай песню морских волн. Я пришел из морских глубин. Это понятное дело. Не бойся. Мое терпение подходит к концу. Рубль 80, нифига у него защита 11. Ирен там все. Инфу нам Я отдает. Слушаюсь. Так. Ты осмелился заговорить со мной? Да, конечно. Ну-ка, давай-ка сходим Легко. На базу. Зло приближается. А, так это просто лавка гоблина. Не спеши. Выбирай. Что могу сумму. Купить? Я пришел из морских глубин. Недостаточно золота. Недостаточно золота. А сколько оно стоит-то? Свиток исцеления. Ну, перемещение-то такое себе.
Я не глухой. Так хотя бы что-то. Город наших союзников. Где демоны? Что-то не так. Угу. Будет сделано. Калимдор. Мастеру Донадор. Надо укрепляться, да? Откуда у нас 3000 золота, я не понимаю. Тут такие цифры берутся. Жалкие твари! Калимдор, я часть этой земли. Здесь у нас что, все? Ты осмелился заговорить со мной? Конечно. Давай черепашку делаем. Что грозит этим землям? Я часть этой земли. Так, ну это мы выкидываем точно. А ну дура. Астеру Донадор. Будет сделано. Что грозит этим землям? Торфаля Надора! Охренеть, блин. Кто у нас только не прется, да? Значит, здесь надо как можно больше стоять. Вот смотрите, вся эта карта полностью оккупирована нежитью. Вообще вся абсолютно. Куда бы ты ни пошел, везде тебя встретит нежить. Как минимум здесь 2, 3, 4, 5, 6. По-моему, 6 этих, как их, кланов. И если бы они хотели бы, они давным-давно бы меня... Здесь нельзя строить. Разобрали бы на запчасти. Готово. Часть этой земли. Ох-хо-хо-хо-хой. Да. Здесь уже пустота. Там как минимум один должен быть клан нежити. Ну что, может быть, сходим, посмотрим. Кого тут можно нагнуть? Легко. Готово. Так, лорд Мандамба, прикрывающий один из притоков реки. Ага. Перебейте тролля, охраняющих дамбу. Наш город осаждают враги. Да тут вообще не пройдут. Там просто им не дадут никак. Готово. Готово. Там просто никто не пройдет. Готово. Исследование завершено. Не знаю, здесь, наверное, хватит. Еще вот эти два поставим.
Че это дамба-то дает-то? Ну здесь точно некрополь. И у него все вкачано, как я понимаю, да? Это хорошо. Завершено. Что все вкачано? Готово. 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 Так. Исследование завершено. Дерево надо, да? Золото сейчас до хрена, дерево затонет, да? Плохо. Так, а что? Перебейте трое хранящие дамбу. А. Ясно. Готово. Исследование готово. Завершено. Исследование завершено. Исследование завершено. Это все что ли? Исследование завершено. Готово. Что-то не так. Как он посмел? Дарфаля Надора! Закалимдор! Жалкие твари! Приперся мне. Исследование завершено. Как он посмел? Анудора! Астеро Данадор. Будет сделано. Исследование завершено. Исследование завершено. Давай, 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 давай. Что-то с деревом какой-то напряг прям. Как я люблю природу. Постройка завершена. Я часть этой земли. Богиня, наставь меня в пути. Недостаточно древесины. Да с какой радости? Недостаточно древесины. Ах, как я люблю природу. А-а-а. Так у нас же расходы должны быть общие. Вроде как. Город наших союзников в осаде. Что-то Богиня, не так. Наставь меня в пути. Осторожно, Надор. Наступаем! Ах, как я люблю природу. Закалимдор. Короче, не очень. Недостаточно древесины. Угу. Так, я понял. Богиня, наставь меня в пути. Я услышал вас. Короче, нам не хватает дерева. Пора просыпаться.
Нам не хватает дерева. Я думал, тут эти ресурсы-то они общие. А почему? Богиня, наставь меня в пути. Ресурсы клана, почему? Как-то интересно все работает. Ладно, пойдем тогда по контролю разнесем. Мое терпение подходит к концу. Зло приближается. И это все? Богиня, наставь меня. Без проблем. Нужен коралловый бассейн. И это все? Вот она. Без проблем. А, ну разнести я не могу это, да? Зло приближается. Отмщение! Наш город осаждают враги. На нас напали. Легко. Пойдем. Умри, глупец! Ты умрешь! Зло приближается! Роли эти. Легко. А нафига мне вот это? Это что такое? Зачем мне тех клоунов? О! Я не глухой. Отмщение! Надо этих-то всех поубирать. Умри, глупец! Ты умрешь! Где демоны? Умри, глупец! Тролль-то жирный. Крейджин, да? 2500 здоровья. Ну вот и все. Путь открыт. Какую-то маску смерти дали. Что дает? О, неплохо. Где демоны? Без проблем. Так, вон лагерь. И это все? Ресурсы клана. Ясно все с вами. Здесь у нас что? Собирайте дерево, раз не хватает. Я часть этой земли. У нас мало времени. Да, времени-то мало. Даже я не знаю, воевать-то стоит вообще идти с кем-то, нет? Они вообще слабые, вот. Что-то не так. Так разобраться? Анудора! Город наших союзников в осаде. Будет сделано. Максимум только можно обороняться. Дархаль Анудора! Бробар какой-то. Исследование завершено. Наступаем! Дарфаль Анадора! За Калимдор!
Исследование я завершено. Я часть этой земли. Исследование завершено. Это все, да? Интересно, а можно ли разнестись тут? Мне кажется, тут, наверное, не получится. Здесь нет никакого соединения между лагерями. Я так думаю. Что-то не так. Вообще далеко не так. И главное, за них нельзя построить ничего того, что может летать. Классно. Город наших союзников в осаде. Исследование завершено. Сон притупил мои чувства. Исследование завершено. Не ахти. Ну-ка. Ты осмелился заговорить со мной? Конечно. Ну, здесь все. Мы строить никого не можем. Остается только ресурсы фармить. Слушай песню морских волн. Так, это все? Да, нет, еще не все. Исследование завершено. Ну давай попробуем хотя бы один лагерек, может снесем. Где демоны? Ну вот это, допустим, может быть у нас и получится его снести. Исследование завершено. Легко. Зло приближается. Ну, давай, на через декуратов начнем по-быстрому. Город осаждают противника. Возвышение! Умри, глупец! Наш город осаждают враги. Отмщение! Легко. Ну-ка давай-ка срулим. Без проблем. Да. Исследование завершено. И это все? Без проблем. Спасибо. Ух ты, ты смотри-ка. У них даже есть десантный корабль у некросов. Без проблем. Завершено. Ну, последний стык, да? Меня будить? Я не глухой. Да, это мы в курсе, что ты не глухой. Так, все, да? Давайте-ка вы, да, будьте любезны, прям просто на броне кажется сюда идете, а мы вас поддержим. Мое терпение подходит к концу.
Зло приближается. Посмотри-ка, кто тут у нас. Герцог даже. Умри, глупец! Где демоны? Герцог выиграл. Отмщение! Исследование. Я что-то не знаю, правильно ли я это вообще делаю. Ты умрешь! Черепашки, кстати, неплохо сносят. Отмщение! Без проблем. Можно было бы, да, как в этом. Покатай меня, большая черепаха. В осаде? Я часть этой что хочет, да? На нас напали. Ты осмелился заговорить со мной? Умри, глупец! Ну вот, минус одна база. А чё? Здесь я вижу лес. Интересно, если его сломать, можно куда-нибудь пройти? Попробовать-то. Ты умрёшь! Умри, глупец! Скорее всего, нет, не получится. Где демоны? Я думаю, что мне вряд ли дадут. У них нету ничего. Единственное, что можно сон сломать, мои чувства. Это взять тупо. На нас напали. О, этого как его, каменного друга моего, большого вот этого человечка. Исследование завершено. И тупо им ломать деревья. Ты осмелился заговорить со мной? Только сейчас попробуем. Легко. Я пришел из вас. Мне черепахи ломают. А, ну там все равно вода. То есть не получится ничего сделать. Без проблем. Зло приближается. Или есть шансы продолбить? Зло приближается. Мне просто интересно, можно ли туда попасть с ним? Отмщение! Город наших союзников. Без проблем. И это все? Да, наверное, есть шансы. Без проблем. На наших союзников. Ты умрёшь. Хер там. Зло приближается. Хрен там. Город наших союзников в осаде. Что грозит этим землям? А ну, дура! Его только что загасили, этого барона, блин. А, там другой был. Исследование завершено. Чё? Нужен коралловый бассейн. Черепаха-то плавает, но она же черепаха. И хрена там что? Речной голем. Камень преисподней.
Вот еще один лагерь. То есть тут не получится никак, да? На нас напали. Исследование завершено. Что-то не так. То есть никак не получится соединить армию. Мое терпение подходит к концу. Жаль. А речного голема, ну-ка, подожди. А если его убить? А, ну то есть здесь я могу армии с им соединить только черепах. Ну смысл какой, он же не может плавать. Кинул. Наш рудник скоро иссякнет. Боевые когти плюс 15, нифига себе. Я не глухой. Ну-ка, ты можешь спуститься сюда? Легко. Сюда он может, да? И это все? Сюда он может легко спуститься. Без проблем. Подожди, а че я гоню-то? И это все? Легко. Зло приближается. Че за камень-то? А. И это все? Тогда можно армию соединить. Легко. Помочь им. Без проблем. Ну и нельзя будет соединить, скорее всего, с моей армией. А, так тут вон она какая подстава. Так что губу я раскатал зря. Где демоны? Укажи мне путь во славу Азары. Как прикажешь. Это я губу зря раскатал. На нас я напасть. Жду. На наших союзников напасть. Что грозит этим землям? Астеру Данадор. О, пятерка, да? Жалкие твари! Анудора! Нужен коралловый бассейн. Какой тебе бассейн там нужен, блин? Он притупил мои чувства. Я готов. За Калимдор. Ага. Ну и все. Погнали. Нужен коралловый бассейн. Мое терпение подходит к концу. Легко. Без проблем. Ты умрёшь. Зло приближается. Я смелся заговорить со мной.
Готов. Город наших союзников. Кто там все прется-то, а? Что-то не так. А ну, дура! Мое терпение подходит к концу. Да. Город давай. Базары. Покажи мне путь на наших союзников напали. Где демоны? Умри, глупец! Вся карта оккупирована ими просто. Отмщение! Легко. Я не глупой. И это все? Я счастье этой земли. А, вот он еще внизу, этот красный как раз лагерь, да? Который мне типа нужен. Хорошо пристроились, да? Ну-ка, попробуем чуть-чуть его напрячь. Ты осмелился заговорить со мной? На нас напали. Еще и стан кидает. Жесть просто. Ну хотя бы зиккурата сломали, то ладно. Да. Охренеть. Да, сухопутный. Попробуй их там сломай. Каким образом? Они там просто снесли моих вообще воинов. Это жесть. Ну, вас-то мы тупо будем тут что грозит оставлять этим на подпитку. Воевать вам там некем. Раз здесь все отрезано, смысл тогда? Если был бы какой-нибудь дирижабль, бы можно было бы их переместить, но его нету. Здесь ничего не продается в этой лавке. Нижний это у нас кристалл долголетия, поэтому я даже не знаю, что делать, как с ними драться. Я не глухой. Я тоже не глухой. Слушай песню морских волн. Может, второй построить? Чтобы побыстрее было. Ты осмелился заговорить со мной? Так, 4, да? Где демоны? Где? Здесь где? Ну я даже не знаю, как его сносить. Пока у меня вариантов немного. Как это делать? Я не глухой. Если можно было бы в две армии их таптывать, но здесь по чуть-чуть что ли продавливать только остается. Все равно ресурсы не бесконечные. Где демоны? Да, золото, конечно, дофига у нас. Ты осмелился заговорить со мной? Давай-ка вниз сходим. Без проблем. И это все? Я пришел из морских глубин. Легко. Поздравляю.
Без проблем. Легко. Без проблем. Город наших союзников в осаде. Да ладно. Сон притупил мои чувства. Я не глухой. На наших союзников напали. Умри, глупец! Где демоны? Ты осмелился заговорить со мной? На наших союзников напали. Мое терпение подходит к концу. Амулет маны. Это все? Ну, здесь по-любому еще один лагерь. Ну, конечно. Офигеть, это получается раз, два, три, четыре, здесь пять, она шесть, семь, восемь, десять лагерей. Я пришел из морских глубин. Я не глухой. Они просто все под некрополем ходят. Кто станет жертвой? Во славу Азары. Просто вся карта под некрополем, вообще жесть. О, да. Я пришел из морских глубин. Поздравляю. Я часть этой земли. Астеро Данадор. Город наших союзников в осаде. Понятно. Будет сделано. Ты осмелился заговорить со мной? Давай, погнали. На наших союзников напали. Легко. Надо гасить всех этих некросов сразу. Ты умрёшь. Отмщение! Ты умрёшь! Зло приближается! Эй, моряк! Эй, моряк! Слушаю. Слишком долго плавал. Мое терпение подходит к концу. Где демоны? И это все? Я не глухой. Ни хера, ты просто посмотри статус. Легко. Умри, глупец! Тут и банши, тут кого только нету, а? Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Ты осмелился заговорить со мной? Где демоны? Без проблем. Ты умрешь. Легко. Без проблем. Не очень-то. И это все? Ты осмелился заговорить со мной? Легко. Умри, глупец. Ты умрешь.
Умри, глупец! Что-то я даже не знаю, без как проблем. Мы будем тут справляться. На нас напали. Да поздравляю. На нас напали. Да. Где демоны? Легко. А здесь что? Ты умрешь! Смотри-ка. Лагерь наемников. Зло приближается! Так. Я не глухой. А тут можно перейти? Ну-ка. Легко. Можешь попробовать? Мне просто интересно. Все-таки не вариант. Мое терпение подходит к концу. Все-таки не вариант. Я на наших союзников напали. Да кто там что хочет все? Что-то не так. Можно попробовать двумя пачками завалиться в город. Да, сука путный. Снизу, допустим, попробовать продавить. Во славу Азары. Может, у нас и получится. Ну-ка, сейчас попробуем. Прям снизу сейчас. То есть вот эта пачка у нас. Я не глухой. Пойдет без. И это все. Илидана. Зло приближается. Ну давайте сохранимся. Хотя, наверное. Можно и без сохранения сделать все это, да? Сейчас попробуем. Вот еще одна пачка. Я пришел до своих жертвой. Слушаю. Ну не знаю, если получится. Хочешь свою? Ясно. Я жду. Как прикажешь. Охренеть их там сколько. Ты осмелился заговорить со мной? На нас напали. И это все? Умри, глупец! И это все? Зло приближается! Ты умрешь! На наших союзников напасть. Да всех гасить прям. По возможности. Их как? Ну, вроде продавливаем. На наших да, союзников все, продавили. Продавили мы их. Отмещение!
Эй, моряк, да? Ты слишком долго плавал. Я не глухой. Спасение Тирент, ребята, окончено. Благодарим всех за внимание. Интересно, последняя глава была? Я думаю, что, наверное, да. А может быть, еще одна глава будет? Хотя, наверное, я думаю, уже конец. Как там говорится, принимаем поздравления. Ну, вот и все. Да, если нету продолжить игру, значит это последняя глава была. 3-4. Не, лагерей гораздо больше было. Я насчитал как минимум 8. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Смотрим финал. Это явно будет не глава, просто финал. Посмотрим ролик. И все. Всем спасибо. Все свободны. Итак, кампания Ночных Эльфов окончена, ребят. Следующая наша кампания будет Альянса. Всем спасибо. Ставьте лайкос, коммент, подписку. Удачи и берегите себя.